ちょっと変な感じがします。今から受験期だから現地住民者ваших отзывов по звуку. Повезу гнездо. Микрофон находится в сантиметрах так, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 сантиметров, 70, наверное, ниже поверхности гнезда сбоку. Надеюсь, звук стал лучше. Пока везде работал, буду присылайте отзывы по звуку. В чате пишите. Прицельно попали в камеру, помет стук рядом. Интересно, слышно меня сейчас, нет?
Слышно ли меня сейчас, нет? Ага. Слышу сам себя. Так, качество звука я так и не понял. Ты позвони мне, пожалуйста, как я хорошо ли протер стекло камеры, нужно ли еще дополнительно протирать его. Где?
Да, хватит тенец на девочку. Явно не тенец. Лапа тонковатая. Лапа, наверное, точно тенец. Вот. Так, а кто у нас мальчик постарше? Так, так, брат. Вот это. Опа, опа. Такое. Вот это девочка, смотрите. Значит. Это тоже тонковато. Так, половина, значит. Ого. Садится. Все, которые мы на самок надеваем, на побольше, 25,5 миллиметров диаметра. Здесь достаточно неплохо. Да, придется мне к вам залезть, что вы мне работать не даете. Убегаете. Я до вас не вытянусь, ребята.
все-таки думаю, что оба мальчика. Вот, старшего пенца как-то попроще, но не настолько сильно. Вот надел кольцо, которое на самцов мы надеваем, оно, в общем-то, нормально стоит. У старшего будет номер H11, пластиковое кольцо. Надеваю лапу. По правой алюминиевая надену 711. На правой лапе мы закрепили алюминиевое кольцо с помощью клепок, а вот на левой лапе мы будем пластиковое кольцо склеивать суперклеем. Так, надо разжать чуть-чуть и немного нанести клей. Можно обязательно выделить клей. Взять, чтобы приклеивать кольцо. Пластиковое кольцо сразу почти схватилось. Thank you.
очень надеюсь, что клей хорошо схватился, и пластик и крыльцо не будет. Так. Не работает. Значит. Вот это будет кольцо H12 на левой лапе, а на правой будет алюминиевое кольцо 712-1H. Так, здесь блокнот. Вот меня пытаются атаковать. Что-то вы живые в этом году, ребята. Тихо. Вот тут не живые. Вот тут не живые. Вот тут не живые. Вот тут не у меня будет опять ругать, что я долго работаю везде. Так, и смотрим.
Сейчас немножко подождем, чтобы поток шли. Какие брючины сегодня вообще? Не пойму, где здесь живет паук, я его найти не могу. Нет нигде его паутины. Откуда приходит паук? Вообще неизвестно. Не понимаю.
Спасибо. Давайте поверим немножко. Значит, у старшего будет такие колечки. Номер 11. Номер 12. Ну ты попозируйте, а. О, какой суслик. Деловый. Еще один суслик. Ну, я потерял крышку от аппарата. Значит, телец такой бойкий оказался.
Отсутствие компьютера, а звук как, а картинка. Ага, что тогда я буду сказать? Я вот куда-то сунул крышку от фотоаппарата и не могу найти. Наверное, где-то в рюкзаке выронил среди хлама гнезда. Ладно, я тогда буду спускаться. Так, еще генетика не взял. Короче, волновался тут вообще. Не люблю на камеру работать. Хорошо. Так, еще пути. Проверить. Вот я. Не знаю, где здесь крышка. Да, в основном суслики и птицы, конечно. Чего же погадок. Это вот перья молодого лугового луня. Это перья молодого лугового луня. Видимо, недавно его съели. Это перья, две перья. Через суслики.
Волки. Гада. Кто? Ответ. Не вижу его. Не вижу. Дым меня. Нет, я тут раскапывал, ничего не нашел. Паука тоже не могу найти, где он живет. Угу. Ладно. Так, паука я не нашел. Полиэтиленовый пакет, который здесь где-то был, я тоже не вижу, убрать не могу, поэтому наверное буду спускаться. Всем пока.